Йон, ты использовал меня, чтобы принести в жертву. Кто ты? Мне кажется, я знаю тебя, но я не помню. Возвращайся, Джа. Я не перестану ждать тебя. Йон! Почему ты пытаешься остаться одна? Папа и мама здесь! Я не одна! Йон рядом! Где ты? Кажется, я застрял. Не спросишь, почему я тебя предал. Думаю, что в легенде о Кумихо тоже есть что-то, чего я не знаю. Почему Кумихо вынужден был убить возлюбленную? Я отплачу тебе. И Муги. Где Айл? Внутри. Она добровольно отдала свое тело, чтобы спасти отца. Йон. Да нет. Если я убила жителей деревни, верни мне то, что должен, Йон. А нет. Убей меня. Я буду смотреть только на тебя. Не на реинкарнацию, Айл, а на тебя. Ты мне нравишься. Так сильно, что готов за тебя жизнь отдать. Я хочу одного. Эту женщину. Как ты смеешь? Я думала, вдруг тебе страшно спать одному, лисенок. Лисенок? Задумался о браке и о ребеночке нашей копии. Я не старею, но в мечтах был седыми волосами рядом с тобой. Что ты, Муги, которого ты отчаянно ищешь? Его плоть не во мне. Вы давно не виделись, Йон? Каково это? Прождать 600 лет и встретить врага с лицом твоей возлюбленной. Джа, вернись ко мне. Я всегда буду ждать тебя. Я твой, пока смерть не разлучит нас. Йон. Не хочу быть одна. Хочу провести жизнь с тобой и умереть в один день. Но, кажется, я не могу ей такого обещать. Люблю. И я тебя. Just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. Что? Ты такая красивая.
Джа. Я никому не позволю забрать Джа. Но ладно. Выживет только один. Ты или девчонка. Я позволю ему Ги в теле Джа занять мое тело и вместе с другой половинкой прыгну в реку Санзу. Я больше никогда не смогу переродиться. А также я никогда не смогу вернуться к Джа. Угадай, кто? Чтобы узнать, достаточно посмотреть на твои руки. А что, если это кто-то, кто притворяется мной? Когда бы мое сердце не билось так быстро. Может, смешаем? Джа, я защищу тебя, Йон. Нет, нет! Я люблю тебя. Он улыбнулся, словно был счастлив, что спас меня, и словно это был счастливый конец. Мне показалось, будто я услышала слово «люблю» напоследок. Йон! Я слышу, как она плачет. Йон! Нужно сказать ей, что историю любви лисы и человека всегда ждет такой конец. С самого начала мы принадлежали разным мирам. А моя смерть — мое послание, которым я признаюсь своей первой и последней любви. Я бы все отдал, лишь бы увидеть ее последний раз. Но больше я никогда ее не увижу.